В Бурятии резко осложнилась ситуация с лесными пожарами. В 4 районах республики тайга на ряде участков горит уже в 10 километрах от населенных пунктов. Общая площадь возгораний – 115 тысяч гектаров. Авиация сбрасывает воду круглосуточно. Однако из-за сильного ветра начались так называемые верховые пожары. При этом, как отмечают в Рослесхозе, половина новых очагов возникла в эти выходные по вине людей. В республику для борьбы с огнем направляются дополнительные подразделения. Сегодня прибудут 100 парашютистов пожарных из Тюмени и Екатеринбурга. Метеорологическая обстановка на территории Республики Бурятия остается очень сложной. Мы прогнозируем, что она еще в течение 2-3 дней будет сохраниться. Исходя из данной ситуации, мы производим наращивание сил и средств. Сложной остается обстановка и в Иркутской области, где за последние 3 дня возникло 27 новых очагов. Чтобы остановить пламя, инженерные войска Минобороны создают в лесу защитные полосы с помощью военной техники.